Это остров Донау. Дунайский остров. Прямо на реке остров большой. Ну, здесь город тоже, здания, улицы, прогулочные дорожки, парки. Вот река Дунай. С двух сторон омывает река Дунай. Образуется остров. Он только соединен вот этим мостом, метро. Вот это остальная суша. Большая суша, а это остров. Значит, сегодня 9 число. 9 октября 2019 года, 16:53 по местному времени. Погода пасмурная. Но это не мешает для прогулки. Вот лебедь. Утки дикие. Эх, шрихайня, а шин я у меня швор морзен. Мацелли, чух ты, да? Это шин за он косырясер, ты шин, хагулин. Наверное, кушать хотят. Меня увидели, подплыли. Думаю, что я, может, там хлеб что-нибудь кину. А я же не знал, что они тут. На следующий раз. Надо с собой что-нибудь взять, чтобы покормить их. Они почти как ручные. Люди ходят здесь, они привыкли к людям, знают, что их никто не тронет, никто им вреда не нанесет, потому что здесь это запрещено. Не дай бог кто-нибудь обидит птичку или животное, дорого за это ответит. Вот так, сейчас пойду в этом направлении. Сколько глаза глядят. Сейчас я специально вышел на прогулку, приехал сюда с другого конца города, чтобы насладиться природой, видом на реку, уточками.